Просили обзор на каску. Ну что, давайте посмотрим. Так, это каска от Petzl. Petzl, модель называется Strato. На каске установлен вот такой щиток для глаз защитный. Сверху у него идет вентиляция. И при этом он достаточно плотно прилегает, что если опилки падают сверху, они не попадают в глаза. Щиток тоже от Petzl. Ушки у нас стоят здесь от Husqvarna. То есть они вращаются таким образом. Закрывается, и они также регулируются по высоте, достаточно высокого качества, поэтому когда пилишь бензопилой, то есть уши хорошо прикрывает, бережет здоровье. Весит каска у нас в таком сборе примерно 700 грамм. И что очень важно для летнего времени, это вот такая конкретная вентиляция. То есть летом очень жарко, и вентиляция прям спасает. Раньше я работал вот в этой каске, сами понимаете, то есть она полностью закрыта, вентиляции практически нет. Поэтому это намного лучше. И, конечно, что должно быть в каждой нормальной каске, это регулировка под твою конкретную голову. То есть она делается здесь вот так по бокам. И, конечно же, вы хотите знать, сколько стоит эта каска. Ну что, давайте посмотрим на официальных сайтах. Итак, заходим на официальный сайт petzl.ru, находим раздел ProMalp, каски защитные, и ищем нашу каску. И вот она, StratoVent 11, 270 рублей. Листаем чуть ниже, здесь же смотрим щиток. Щиток называется Визир, стоит 5930 рублей. Наушники ищем на сайте Husqvarna, и вот они, наушники у нас стоят 5039 рублей. Так что в такой комплектации каска вам обойдется вот в такую сумму в 2022 году. Честно говоря, я тоже в шоке.